Кстати, по поводу пончиков. Понятное дело, что их тут на каждом шагу продают. Но даже если вы равнодушны к подобной еде, все равно зайдите в эту легендарную чикагскую пончиковую. Поверьте, таких пончиков вы не ели никогда. Да, сразу скажу, выглядит заведение, мягко говоря, не айс. Но оно того стоит. Разновидностей пончиков тут несколько. Но я, чтобы не париться, заказал самый вкусный и самый популярный. What's the best you got? Like, they just came up. Well, no, not for you. They're not even good. Nope. The glaze is chocolate. Готовы. Ради бога, извините. Вы кто? Знаете, тот неловкий момент, когда не я буду есть пончик, а, скорее всего, он меня будет есть. Он реально, он огромный, ребят. Мир глазами пончика. Сладкий, вкусный, жирный жир. Я хочу быть копом, я хочу быть копом. Да, вот такой один пончик съел, и можно целый день мир спасать, бороться с огнем и преступностью.